Всем здравствуйте. Пригнали Калину на ремонт. Точнее, на диагностику. Троила. Проверил. Нет компрессии. Здравствуйте. Приехала Калина на диагностику. Как всегда, после, так скажем, мотористов, ну, сервисников, троит. Проверил четвертый цилиндр. Подключил кнопочку к стартеру. Да, электродроссель, не открою полностью, но не имеет значения, потому что все равно накачает. Замеряем компрессию. Нет у нас компрессии. Компрессии нету. Мотористы отмазываются постоянно. Мы очень заняты, нам некогда. Ну, конечно, диагностика это сложнее, чем гайки крутить. И компрессию померить тоже сложно. Проверил. Нет компрессии в четвертом. Сейчас начинаем разбирать. Снимаем голову. Только подозрение на прогревший клапан. Так, сняли. Как и ожидалось, прогоревший клапан. Выпускной в четвертом. Здесь, соответственно, тоже все разобрано. В самой машине. Кстати, мне не нравится еще то, что ни хона особо не осталось. Уже появился вертикальный хон. Задиры, вот особенно во втором видно. Вот они. Есть. В третьем появились. Ну, как бы можно собрать, еще поездить, но катализатор будем проверять, в каком состоянии все-таки однозначно. На всякий случай форсунки от Калины на тест. Проверил на пролив. Ну, как можно наблюдать, мизерная разница. То есть с форсунками все в порядке. Так, забрали башку с фрезеровки. Заменили управляющие на выпускных клапанах. Прошли они также, их фрезернули. Или как там правильно обозвать это. Ну, в общем, как они сказали, клапана теперь даже придирать не надо. Прошли седла, прошли сами клапана. Вставляй. И все будет работать ништяк. Где-то метка, кстати, 0,9. Сняли с башки. Так что теперь вот так вот все выглядит. Так, башка вся собрана. Подготавливаем блок. Ставим прокладку, протягиваем. И самая сложная регулировка. А сложность в том, что с шайбами. У нас тут в деревне проблемы. Но решим вопрос. Голову поставили, протянули. Клапана стали сразу регулировать. Сейчас будем прикручивать все эти обвесы и так далее. Так, Калину собрали. Уже запускали. Все работает. Сейчас еще раз будем, точнее, проверили масло, будем догревать охлаждайку проверять и щитки сейчас что-то соберем. То есть защиту снизу поставим и здесь щиток передний. Ну, в принципе, все. Так, с Калиной чехольчик на месте. Все, вместе фильтр новый поставили, мановским, хорошее масло. Захотел тоже хорошее. Шил Хеликс ШХ7 1040. 3 литра, как положено. Все на месте. Антифриз сейчас еще прогреется, упадет. Уровень станет. Запуск. Ну, конечно, адаптацию все посбросил. Сразу же. Все загорается. Ну, как я говорю, после сброса адаптации он не супер. Ну, ничего, сейчас адаптируется, пойдет. Так, ну как я говорил, вот он адаптировался, адекватно начал работать. Прокачали пробку, выставился в уровень по сканматику. Все более-менее. Сейчас догреваем до вентилятора. Вот такой вот пробег, 118 тысяч. Чек горит, сейчас покажу. У него там провода оторваны на втором лямбдике, поэтому в ошибке второй лямбдик.
Ну, соответственно, поэтому и чек горит. Ну, тоже скажу, что желательно заменить, потому что, говорю, каталик у него еще живой, на удивление. Все светили, все проверяли. Первый лямбдик отрабатывает, где-то туда находил. Так, кислород. Ну, вот он, датчик кислорода первого. Вполне себе адекватно отрабатывает. То есть работает. Адаптации поэтому идут. Еще до вентилятора дожидаемся. Ну и, в принципе, отдаем хозяину. Через тысячу, через две еще клапана подрегулируем, потому что все прирезалось. Все делалось на станках. Вручную тут, скажем, уже ничего не делалось. Уж просили сделать прям хорошо. Отвозили. Показывал, что после шлифовки она. И прирезали полностью седла, клапана. То есть все доводилось прям хорошо, красиво, говорится. Грэм у него более-менее свежий, поэтому, говорю, оставил его. Скорее всего, менялся. И помпа там видно, что свежая. То есть ремень не менялся, старый. Все, сейчас ждем вентиляторы и отдаем. Так, вентилятор включился. Температура, скорее всего, 102 врубился. Ну, сейчас он уже показывает 102. Обновилось. Где-то 102 включения на колене. Все стало падать. Уровень стоит. Все готово, можно отдавать. Так, по скрипту называется. Калина через недельку приехала. Накатал уже где-то 1500. Пусть так все делает с башкой. Проверяем. Регулируем клапана. Температура 23. То есть, как положено, на холодную. Сейчас проверим зазоры. Так, все проверили. Все не будем показывать, что каждый клапан выставлять. Времени нет смысла. 0,35 не лезет на выпуске. 0,3 проходит. То есть где-то примерно 32-33. Норма на выпуске. То же самое на впуске, все остальное тоже в норме. Норма у них 0,15-0,25 впуск, 0,3-0,4 выпуск. Все в норме. Все отрегулировано.